Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про дополнение для возврата средств при покупке на сайте AliExpress. Смотрите, вот переходим на сайт кэшбэк EPN. Ну и нужно здесь зарегистрироваться. На сайте все написано, все есть. Можно как бы все прочитать досконально, полностью все описано, там как покупать. Что делать после покупки, как вывести деньги. Ну, тут есть просто, можно сказать, такая подробная, доскональная инструкция. Полностью все описано там. Я думаю, там не нужно быть какого-то 7-5 в лбу, чтобы разобраться. Как бы все очень довольно-таки просто. Под видео будет ссылка. Переходим, регистрируемся. После регистрации вы попадете вот в личный кабинет. Ну, вы тут видите, все вот выпадает в меню. Можно все прочитать. И тут нужно установить плагин. У меня получается браузер Google Chrome. Вот видите, внизу тут написано плагин. Туда сейчас переходим. Переходим в плагин. Так. Вот, тут и получается опять что-то инструкция выпала. Сейчас мы ее закроем. Закрыть. Смотрите, дополнение для браузеров. Есть дополнение вообще для всех браузеров включительно. И даже вот запилили не так давно дополнение для Mozilla, которая работает на андроиде. То бишь можно уже получается из-под мобильного уже получать кэшбэк. Ну, я тут не пробовал, ничего не могу вам сказать. Так, давайте сейчас установим вместе. Угу. Вот, установить. Видите, в правом верхнем углу появился этот кругляшок. Открываем. Ну, здесь нужно из-под своей учетной записи, которую вы регистрируетесь, вот, и по кэшбэк, нужно сейчас зайти из-под нее. Угу. Вот я захожу, и нас перекидывает. Как бы в такой маленький личный кабинет. Ну, получается, уже вот в этом дополнении. Сейчас мы перейдем на сайт AliExpress. Перешли на сайт. Опять заходим под свою учетку. Потому что, ну, как бы надо со своей учетки там покупать. Я думаю, это все знают. Должны знать. Так, выбираем любой товар. Давайте выберем рубашки. Так, какую рубашку бы взять? Это не очень. Вот, давайте вот эту беленькую. Есть. Смотрите, видите, у нас уже в правом верхнем углу загорелся yes, как бы. Ну, это значит то, что есть возврат средств. Теперь переходим активировать кэшбэк. И получается, вы перешли по той же самой ссылке с той же самой ценой, но уже получается, вы можете вернуть как бы средства 7% от этой покупки. Ну, это будет где-то рублей 60 с копейками. Там как бы в долларах все будет, но не суть важно. Сейчас что нужно сделать? Просто выбрать товар, купить, в принципе, и все. Друзья, ну, в принципе, здесь можно легко разобраться, там деньги выводятся на любой кошелек абсолютно, которые наберутся, там, вплоть до того, что можно телефон оплачивать там этими деньгами. Друзья, ну, ссылка будет под видео на EPN, регистрируйтесь. Спасибо за просмотр, всем пока.